ребята проходят полное обследование сердца, КГ в покое, консультация терапевта. Также смотрим внутренние органы, поскольку это контактный вид спорта, то есть живот надо обязательно смотреть, лор, окулист, то есть как бы полный спектр, практически все специалисты основные представлены в этом осмотре. Увиденным доволен? Да, пока ничего плохого не выявили, все хорошо, я думаю, что так и будет. Скажи, пожалуйста, о своем отпуске, как ты его провел с физической точки зрения? Ну, отпуск я провел с семьей, дома, с клиентом. С физической точки зрения, ну, сейчас поедем на сборы и будем работать над этим. Как медобследование, доволен своим состоянием? Ну, не знаю, слава богу, никаких проблем нету. Сегодня медобследование утреннее, вставал, наверное, тяжело, пришло осознание того, что все, каникулы закончились, начинается работа. Да, в принципе, можно сказать, и на каникулах, и в отпуске вставал рано, бывало. А так с этим никогда проблем нет. Если надо, там в любое время встанешь. Ну вот теперь надо будет каждый день готов. Ну, что, привычка уже есть, ничего страшного, встанем.